14 человек погибли в результате мощного взрыва в панельном доме. На северо-западе Китая это произошло. Более 150 сейчас ранены и 11 попали в реанимацию. Медики делают все возможное, но допускают, что число жертв может увеличиться. Причина взрыва пока неизвестна, однако мощность его была настолько велика, что повреждения получили десятки зданий, включенные также и местную больницу включаем. Получили ущерб 60 припаркованных поблизости автомобилей, и на месте самого дома, где произошел взрыв, образовалась воронка глубиной 4 метра.